Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы очень мало времени уделяем курьеру. До этого я уже делал видео, там Акс убивал курьера. Это видео будет обратное. Мы рассмотрим, как можно саппортить курьера, как можно ему помогать и поддерживать его жизнь. Вот наш курьер под названием Dota 2 Bug, Жук. Теперь давайте ему помогать. Ну, для начала тренд. Он может наложить на него невидимость, когда наш курьер рядом с деревьями. Если мы убегаем далеко от деревьев, невидимость спадает. Также тренд может наложить броню. Накладывать броню. Нас бьет враг. Нам все равно. Просто все равно на него. Непробиваемый курьер. Хорошо. Допустим, у вас есть варлок. Так, давайте мы сейчас ударим. Сильно-сильно ударим. На. У вас есть варлок. Он может отхилить курьера. Накладывает хилку и прям моментально. Вы видите, как хилится, да? Опа. Оп. Прям груша для битья. Отлично. Также, например, можно за огра наложить ускорение передвижения. Накладываем баф. Вот такое вот у нас ускорение. Он ускоряет в процентном соотношении. То есть, например, если у нас будет летающий курьер, он будет летать еще быстрее, нежели ходящий. Так, давайте сейчас мы ждем, когда спадет баф. Ждем. И теперь Дарксир. У него тоже есть ускорение, но оно отличается от ускорения, которое у Огра. Потому что у Огра в процентном, у Дарксира просто дает максимальное ускорение. 522. Видите, но оно очень быстро спадает. Например, если у вас есть лич, он может накладывать тоже броню. И замедление. То есть, когда враг будет бить курьера, он будет замедляться. Вот видите, очень медленно, невероятно медленно идет. То есть, например, лич наложил замедление, ворвал хилку. Все. Очень медленно. Невероятно, прям. Спасибо, что ты апнул курьера. Спасибо, друг мой. Все. Вы видите, бот сам апает курьера. Ну, молодец. Мы рассмотрели с вами разные варианты бафа курьера. Пишите в комментариях, какими способностями можно бафать курьера. Я думаю, таких наберется очень много. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.